Добрый день, меня зовут Бундонис Иван. Я производитель работ на Щерса 82. Мы меняем трубу диаметром 325 мм. Будем менять трассу от дома Щерса 82 до Щерса 85Г. Будем переходить улицу Щерса и трамвайные пути. Мы зашли сюда в феврале месяце, начали специально с малых диаметров труб, чтобы не отключать большое количество домов, чтобы не доставлять дискомфорт жильцам. Нам придется перекрывать дорогу по улице Щерса для движения. Стараемся такие работы производить ночью, чтобы меньше доставлять дискомфорта водителям. Такая работа, придется потерпеть, готовим город к зиме. Добрый день, меня зовут Андрей Карев, я начальник ремонтного цеха тепловых сетей города Новокузнецка. Сейчас мы находимся в центральном районе около дома Дружбы 2А. На данный момент мы меняем участок трубопровода диаметром 150 мм. Сейчас работает ремонтная бригада в составе 5 человек. Этот участок довольно проблемный, трубам здесь более 25 лет, поэтому мы сюда регулярно приезжаем. Здравствуйте, меня зовут Евгений Черепанов, мы находимся на Минусинской ТЭЦ, где происходит ремонт котлоагрегата номер 4 очереди среднего давления. Сейчас я вам покажу, какие ремонтные работы здесь происходят. На этой мельнице ремонт уже закончен. У этой мельницы есть свое название 4А. И также, чтобы не запутаться, мы называем мельницу Алеша. А это мельница 4Б, и работы здесь только продолжаются. Б мы называем Борис. Еще пару дней, и работы на крышке котла закончатся. А вообще мы планируем закончить ремонт 2 мая.